Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю проходить третьего гекса PlayStation 1 версию американского региона на челлендж без собирания лап. Так, и мы отправляемся в следующий уровень, последний в этом варпруме, пиратский уровень. Уф, так, где он находится? Так, ух, я чуть лапу не собрал, блин. Так, вот где он находится. Плывем к нему, к него. Так, и в самый низ летим. Вот пиратский уровень. Так, ну сперва 4 вот этих вот кораблика. Где надо сбить. Так, ну давайте сделаю здесь сохраняшечку. Так, тут у нас бонусная монета, ее можно взять. Так, собираем мушки. Мушки. Крыса. Крыска. Головая. Так, у нас наверху. А, там и лапа, и сундучок есть, блин. Как бы так взять, чтобы. Не взять случайно лапу. Может быть, с другой стороны подкатить бочку? Твою мать, ну как так-то? О, получилось. Слава Ктулху. Так, давайте нажмем на рычаг, пушку сделаем. Возьму зеленую муху. Так, зеленую муху я взял. Так, вот тут уже внизу лапа есть. Надо быть осторожным. Разбиваем глаза. Входим в пасть. Так, крыса. Пират. Ну-ка, иди-ка сюда. Разбиваем пирата, разбиваем сундучок. Так, двигаем бочку. Так, тут еще одна сокровищница. Ползем. Ползем. Тут еще одна сокровищница. Окей, собрали. Так, тут у нас ничего нет, окей. Так, двигаем вот эту бочку теперь. Тут тоже сокровищница. Ползем. Так, тут одинокая мушка. И тут еще сокровищница. Окей, можно лезть дальше, да? Получается, да. Ну, полезли. Полезли. Так. Здесь у нас одинокая мушка. Выдвигаем вот этот вот. Так, осторожно, здесь лапа. Здесь у нас лапа, осторожно. Лапа нам не нужна. Так, у нас появилась лестница. Окей. Так, раскачиваемся по этим бочкам. Чекпоинт я сейчас пока брать не буду. Но потом я вернусь за ним. Сейчас пока смысла нету. Так, прыгаем вот сюда. Берем еще две мушки. Выдвигаем себе мостик. Так называемый. Так, ну давайте здесь сделаем пушку. Для удобства я уничтожу все-таки с помощью пушки. Там пиратов внизу. Ой, блин, а там же лапа. Так, окей. Лапу мы не задели. Пиратов уничтожили. Возвращаемся назад. Так, выдвигаем еще один мост себе. Так, ждем бочку. Она очень тут любит мешать мне. Так, еще одна лестница появилась. Окей. Забьем сундучок. Так, и теперь прыгаем вот на этой бочке. Так, сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, где у нас тут лестница? Ничего страшного. Так,
Ну, давай, Гекс. Ух, я на самом краю стою. Так, берем две мушки. Прыгаем дальше. Так, тут берем. Все, лапа нам не нужна. Идем дальше. Ой, тут прям в окопе лапа. Вот это вот печально. Вот это вот прям печально. Так, ну тут и в окне есть мушка. Так, а в окопе только лапа? Интересно. Или там и мушка тоже присутствует? Так, ну надеюсь, мушки там нету. Хотя проверить стоит, знаете ли. Нет, мушки здесь нету. Здесь только лапа. Так, ну продолжаем. Осторожно пойдем вперед. Эх, блин, а как же мне вот эту штуку-то пройти? Я, кажется, знаю как. Вот так вот. Так, в окно заглянем. Заглянем в окно. Следующий окоп. Так, еще одно окно. Еще одно окно, еще один окоп. Так, переждем. Там еще одно окно осталось. Вот оно. Так, еще один окоп. Так, что делаем теперь? Теперь вот сюда вот лезем. Осторожно ждем. Так, поползли, поползли, поползли. Не останавливаемся. О, кстати, а там еще и жизнь есть? Или это все... А, это там, наверное, куда мне надо попасть. Так, ждем эту стену. Она где-то вот здесь уходит. Окей, поползли. Так, ползем. Должны успеть. Успели. Берем бонусную монету. Ну, можно жизнь взять. Не знаю. Давайте возьмем тогда. Окей. Ой, тут лапа. Уф. Я чудом спасся. Я уже и забыл думать об этой лапе. А, стоп, а куда я иду-то? Я же назад хотел. Чекпоинт сделать себе, точно. Так, осторожно. Я хотел сделать себе чекпоинт. Это мне надо куда подняться? Вот по первой лестнице. И прыгнуть по бочкам. Так, окей, чекпоинт я себе сделал. Возвращаемся здесь. Лезем на вторую лестницу. Так, ждем. Просто ждем. Так, дверка открывается. Мы вновь здесь. Так, где эта стена? Вот она едет. Теперь идем вперед. Так, что у нас тут? Есть два ящика с зеленой мушкой. Давайте возьмем хотя бы один. Твою мать, вот это была бы сейчас подляна, подляна. Я не видел просто, куда я прыгаю. Я бы мог сейчас взять эту лапу случайно. Ладно, не взял, и хорошо. В последний момент среагировал.
Так, возьмем сразу бонусную монету. Проверенным способом. Проверенным. Вот так вот. И на платформе она меня доставит на самый верх. Тут, правда, птицы есть. Но не беда, не беда. Так, давай, птица. Ах ты, сволочь, поранила меня. Так, взял я с птицы, окей. Так, разбиваем сундучок. Спрыгиваем вниз. И еще ниже. Так, что у нас здесь? С этой стороны есть мушка. И с другой стороны есть мушка. Так, пойдем, наверное, кораблики поуничтожаем. Тут нам надо с двух сторон еще спрыгнуть. Так, а внизу пират ходит. Ой, тут и лапа есть. Осторожно. Осторожно, тут и лапа есть. Так, с вот этой стороны я еще не взял. 75 того. Так, ну пойдем уничтожим кораблики. И вот, по-моему, тут по два корабля где-то будет. Нет, тут один, согласен. Так, первый уничтожили корабль. Идем вот сюда вот. Вот тут два, что ли? Нет, тут тоже один. Или меня проглючило. Так, уничтожили. Идем в следующий отсек. Ну, допустим, вот сюда вот. Тут сколько кораблей? Тоже один. Уничтожили, окей. Так, и последний. Последний отсек. А тут тоже один. Нет, меня проглючило. Реально меня проглючило. Мне казалось, что в PlayStation версии по два корабля. Бывает. Так, активировали телевизор. Так, ну не спешим, не спешим. Ух ты. Подлая лапа. Уйди с глаз долой. Видеть тебя не хочу. Так, можно подняться наверх, в принципе. Собрать сразу здесь, что... Ой-ой-ой, тут у нас... Не, не полезу я тут. Я с другой стороны полезу. Туда можно пролезть и по-другому. Так, возьмем две мушки. Подвинем бочку. Так, там еще лапы. Блин, прям соблазняет игра. Так, и птицы тут еще есть. Где ты? Так, где эта птица? Вот она. Я тебя поймаю все равно. Ну давай, я тебя вижу, вон. Все, давай, иди сюда. Ах ты, говнючка такая, а. Поймал, я же тебе говорил, я тебя поймаю. Так, берем зеленую муху. Так, ну, залезем вот сюда. Да, это как раз альтернативный путь. Чтоб не прыгать по этим бочкам. Так, ну, залезем еще выше. Так, на всякий случай. Я просто не помню, что там наверху. А, тут у нас пират, окей. Убиваем пирата, 82 мушки. Так, еще сундучок. 84. Так, вот 85. И тут должна быть 86. Окей, слазим. Слазим отсюда. Так, идем дальше. В хвост, получается, корабля.
Так, пирата можно и так убить, на самом деле. Не обязательно кунг-фу прыжок делать прям. Так, здесь у нас что? Ну, слазим ниже. Так, идем по этой штуке до конца. Тут у нас сундучок. 94 мушки. Так, 95 за лапы мне не надо. 96. 98. 99. И последняя здесь, по идее, должна быть. Да, вот она. Пульт мы взяли. Смотрим. И бонусный тоже все взяли. Так, ну окей, 2 из 4 пройдено. Окей. Так, сделаем квиксейв и пойдем за другими двумя оставшимися пультами. Так, это что за пульт у нас? А, ну это вот самый ближайший, да? Так, сперва надо активировать опять-таки пушку. Придется повторить действие, которое я уже делал. Ну ладно. Открываем пасть. Открываем пасть. Так, прыгаем вперед. Пират мне не нужен. Ползем наверх. Прощаем мост. Так, осторожно. Так, первая лестница есть. Чекпоинт я вообще не знаю, зачем брать. Не буду я его брать. Прощаем мост дальше. Так, ну пожалуй, надо опять убрать барьер. В виде двух пиратов. Они даже пригинаются от таких выстрелов. Так, ну крутим мост. Появилась лестница. Мы перебираемся дальше. Так, осторожно. Ну давай, стена, иди сюда. Так, тут осторожно опять-таки надо быть, потому что лапа. Обходим это дело. Так, 3 из 4 пульта собрали. Отправляемся за 4-м пультом. Опять тот же путь надо пройти. Блин, слушай, а там воды почти нет. Так, ну, делаем себе пушку. Так, идем опять прыгаем в эту пасть. Осторожно.
Так, следующий у нас уровень с боссом. Первый босс в игре. Надо его пройти за 4 лапы. Но это не финальный босс, пожалуй, чтобы сомневаться в себе можно было. А боссы тут легкие, в принципе. Так, ну и еще разок. Ушатаем двух пиратов. Чисто. Так, один и второй. Готово. Так, крутим мост. Лестница появляется. Окей. Идем дальше. Так, можно сразу перескочить первый окоп, кстати. Так, осторожно. Эх, не получилось. Так, осторожно проходим. Так, ну теперь по старой тактике я залезу туда, к телевизору. Для этого нам надо опять сделать такой вот прыжок. И на платформу, которая прям доставляет сюда. Ну все. Пиратский уровень пройден. По-прежнему 0 лап. Ну а я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующей серии. Пока-пока.